29 декабря 2020 года, в преддверии праздника Новый год, я со своими помощниками проводим благотворительную акцию и развозим подарочные наборы для жителей нашего округа. Это 9 адресов Пашинской поймы, а также микрорайон и теплый бетон. В подарочный набор входит у нас мультиварка, шоколадные изделия от шоколадной фабрики «Волшебница», подарки от клуба «Ярополк» — это диски, от компании «Глобус» — шампанское, и подарки сырные и молочные изделия от сыроварни «Олега Сироты», за что всем перечисленным спонсорам нашей акции огромное спасибо от меня, от моей команды и, ну, непосредственно от жителей нашего округа. В преддверии праздника мы просто хотим поздравить жителей, пожелать им счастья, здоровья в предстоящем Новом году, так как старый Новый год был для всей страны не очень, неизвестно, что нас ждет в следующем году, но самое главное, я считаю, идти по жизни надо только с улыбкой. И, соответственно, друг нашего движения, непосредственно мой друг, общественный деятель Екатерина Коляда, будет у нас Снегурочкой. Я сегодня очень рада, что поддерживаю эту команду и Илью Деда Мороза. По второму избирательному округу. Это очень важно. Я представляю такое общественное движение, с чего начинается Родина. И самое главное, что Новый год должен прийти в каждую семью. И дети, и взрослые должны загадать желания, они обязательно сбудутся в 2021 году. Точно. Всех с наступающим Новым годом. Мы прибыли в Пашинскую пойму, улица Зверева, дом 6, семейство Кувшиновых. У них проживает четверо детей. Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз, получается, по второму избирательному округу. Господи, а у вас, получается, скоро третий? Пятый. Уже пятый ребенок. От клуба «Да Ярополк», от сыроварни «Олега Сироты», от кондитерской фабрики «Волшебница» и от компании «Лэд Пауэр». И от компании Let's Power у нас получается вот эта мультиварка. Да, возьми, спасибо большое. Поэтому мама тебе будет печь вкусное. Да. Да. Что там, большая игрушка, да? Да. Электрическая. Да. С Новым годом вас. Спасибо, проходите. Это тебе мама будет готовить тебе вкусные пирожки. В общем, вам большие, небольшие, но скромные подарки от нас. В общем, с наступающим вас Новым годом. У вас получается сколько в семье детей? Двое, да? Вы папа, да? Да. Да. А девочке сколько лет? 10. У нас черлидинг есть, знаете, клуб «Ярополк» в Красногорске. Да. У меня приемы сейчас в режиме онлайн, потому что если вдруг возникнет какой-то вопрос там по здравоохранению или там, потом по самообразованию, обращайтесь ко мне. Ну, давай, дай пять. Опа. Да, молодец. Все, с Новым годом вас, наступающим. Пока-пока. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка Мороз, по второму избирательному округу, это вам. Спасибо большое. Спортом занимаешься? Давно, уже давно не занимался. Да? Ну мы, да, просто сейчас боимся куда-то выходить, да, чтобы не заболеть. А я, да. Диски вам подарили некоторые. Ага. У нас очень... А что за диски? Да, с нашими мероприятиями. Вы зайдите, посмотрите, у нас дети поступают. Там большая, обширная программа на детей. И очень много... Это в игре там можно за детей играть? Нет, это не игра. Это не игра. Это как дзюдо занимаешься. Да, это у нас тоже бывают внутренние турниры. Все, огромное вам спасибо. С наступающим вас. Пошли. Здесь она сказала 9 этаж, а тут квартира 16. С наступающим Новым годом вас. От компании Let's Power вам. Вот такая мультиварочка. Да, от сыроварни «Олега Сироты» сыр. И, соответственно, от клуба «Ярополк». Спасибо. Тут презент кухни ваш. Так, стихотворение приготовила? Мороз и солнце, день чудесный, еще тут древний друг прелестный. Пора, красавица, просись, открой замкнутый небо взор. На встречу северной Авроры, звездой север и вис. Молодец! Дед Мороз жив, правильно? Отлично. Спасибо. Ага. Все, с наступающим вас. Как мы вас долго искали, с лифтом слова. Во-первых, я ошибся крылом, там на 9-й собрался, и все сюда. Ладно, там я, но у меня команда. Ну сколько можно терпеть это? Шучу, с наступающим вас. Дед Мороз, а ты что, Снегурочка? Снегура, иди сюда.
Маяковка 1. Вот, видишь, как управляющая компания убирается. Втык надо дать. В лице Деда Мороза по второму избирательному округу. Поздравляет вас с наступающим новым... Да, я от Снегурочки. Здравствуйте. Это вам. Праздник. Мультиварка. Дедушка, ну-ка давай передавай. Да, это от компании Let's Power. От сыроварни Олега Сироты. От шоколадной фабрики «Волшебница» и от клуба «Ярополк» маленький вам презент. Спасибо вам большое. Поздравляем с наступающим. Что ты хочешь в новом году? Шоколадку ты ее получила. Молодец. Ты еще шоколадку? Дай пять. Опа! Все, с Новым годом, мам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мамы дома нет. А нас предупреждала. Спасибо вам большое. А это мне, да? Нет. С наступающим вас. Второй? Второй вот тот. Дальше. Дедушке Мороза принимай подарок. Идите вдвоем. Давайте. Давайте. Маме привет передай, скажи. Подарок. Это у нас мультиварка. О, там еще третья маленькая. Ой, шоколадка. Привет. Да, шоколадки у нас. И клуб «Ярополк», знаете такой? Нет. Бери скорей. Ну. Вот пришел. От клуба «Ярополк» здесь тоже. От компании Let's Power мультиварка. Это да, диски. Тут на. Там по шоколадке. Ага. Все, вам. Это вам. Так. Что ты хочешь в новом году? Передал, кто такой Дед Мороз? Что он еще ударить может? А он умеет ударить? Я помню. Нет, тому кто. Даня, да. А Даня сейчас тебя не обижает? Он да. Ну вот, потому что я-то за этим слежу, чтобы, так сказать, они в школе порядок велись. Здравствуйте. А, мы уже у вас были. Правильно? Перед 1 сентября. С наступающим вас Новым годом! Новым годом! От компании Let's Power мультиварка вам! Это вам шоколадочки! Снегурка моя дарит вам шоколадки от компании «Волшебница», от клуба «Ярополк» подарки и от сыроварни Олега Сироты тоже вам! Еда, живите еда. Счастливо! Спасибо. Приходите в «Ярополк» преобразовать себя! Здравствуйте! Мама здесь? Здравствуйте, с наступающим Новым годом вас. Да, это от компании Let's Power вам мультиварочка. Я депутат не вашего округа, но мне сказали вам лучше помочь. Поэтому вот. А шоколадку можно? Да. Он не видит. Да, шоколадочку вам. Это тебе. Да, и, соответственно, от сыроварни Олега Сироты это сыр и молочные изделия. Спасибо. Значит, несмотря ни на что, двигаемся вперед. В жизни все бывает, как говорится. В клуб «Ярополк» тебя ждем. В каком классе учишься? В какой школе? В третьей? 15. Вот и закончился наш благотворительный рейд, благотворительная акция. Мы поздравили 9 семей, жителей не только моего округа, но и одну семью с улицы Народного ополчения. Фух, сколько мы 3 часа на это потратили. Я скажу честно, представляю тех людей, которые работают в этом, да. У меня. Дедушка, тебе очень шло. Ну да, замечательно. Всех с наступающим Новым годом. Огромное спасибо Екатерине Коляда, общественному деятелю, которая поддержала нашу акцию. Антону Демченко, который предоставил нам мультиварки. Шоколадные фабрики «Волшебница», а также сыроварни Олега Сироты. Ну и также были в подарочных наборах подарки от клуба «Ярополк». Всех с Новым годом! Чтобы Новый год был теплым, атмосферным и самое главное, чтобы мы все были здоровы. И несмотря на маски, пандемии, дедушка, ну он знает, всегда с бородой ходит. Самое главное, чтобы мы были здоровы и смогли встретиться со своей семьей, чтобы Новый год был самым удачным. С Новым годом! С новым счастьем, здоровья!